вскакивают. Почему ты ставки не делаешь? Да я забываю все время, потому что я же с вами в чате общаюсь, я постоянно как бы, ну, пока идет пик, я не в доте. Пока крипы не пошли, я тоже не в доте. Я сижу с вами общаюсь, что-то вот байки какие-то рассказываю и так далее. Поэтому я забываю делать ставки. Не, иногда я не забываю, но вот в последнее время что-то... Так, инвокер на миде, я рад, что это не клопа. Стрель. Держи, да. Полтишок, это. Держу. Почему ты не хотел играть анранкет игры с сабами? Добрый юрист, спасибо за донат, спасибо за 50 рубасиков. Ну, потому что я не знаю, типа, анранкет это вообще не прикольно. Это скучно, по-моему. Поэтому брать анранкет на стрим это глупо. Ну, в моем понимании, опять же. Гендзуцу бабы раги, 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 мангёки и ушаринган в ску. Спасибо за 50 рубасиков и за сабскрайб, братиш. Ничего не понял, но спасибо. О, инвокер он даже, наверное, и не понял. А, это не инвокер, это глава. Дядя Богдан уже стоит в костюме Санта-Клауса, точит свой ключ на 18 лет. Ночью будет поздравлять тебя с Рождеством, в скобочках зайдет через трубу. Понял, пошли гей-донаты. Спасибо. Дядя Богдан это всегда. Стрей. Да. Норм одна минуту рассуждей. Это уже байка. Спасибо. Челлендж на 1000 рублей. Рампагу на мартри. Опа. Вот это вот. Это мне нравится. Спасибо за донат. Это челлендж я принимаю. И вот если я не сделаю рампагу, тогда я буду плакать. Потому что рампаги были до этого в каждой игре. Ну, типа... ну, хотя я сейчас буду тогда делать билд, называется «Сделай рампагу». Куплю себе сатаник, потом куплю себе рапир. Не, что я далеко, короче, пошел, из-за этого я замечтался и в крипа дал дагер, не в того. Куплю себе рапиру потом и пойду под фонтан и всех там положу. Ну, вот такой вот план на рампагу, вот я даже тебе озвучил. Беззаботный. Точно новенький. Беззаботный, братиш. Спасибо тебе за подписку в столь поздний час вообще. Чё ты не спишь, а тут сидишь. Вот. Спасибо большое, добро пожаловать. Будь здесь как на своем канале. Поприветствуйте нового сабскрайбера. Новенький среди нас, среди вас. Дай бог тебе здоровья и наслаждайся. Наслаждайся. Так. Квапу убить я не могу. Это меня все. Блять, еще и крипов не могу забить. Да что происходит? У меня что, подписка залагала или вы сговорились все? Леонерд со вторым месяцем подписочки. Подошел, подъехал. Добро пожаловать на канал. Спасибо большое за поддержку. Чё так поздно стримит? Да, сегодня полумарафон, ребят. Подождите, чё ты за мной ходишь? Иди сюда. Чё я вообще тебя боюсь, алло? Просто знаете, почему я с ней не размениваюсь? Потому что я вот где-то в глубине души я понимаю, что я ее никак не убью. Что она от меня сделает блинкаут и убежит. Поэтому я как-то и не размениваюсь даже с ней. Что зря, в принципе. Лучше, наверное, разменяться. Может быть, убью. Может быть, повезет. Ну сейчас криты будут. До 6 левела все-таки смысла я не особо много вижу. Одна из основных категорий дзуцу, которая использует чакру. В отличие от ниндзуцу, эффекты гендзуцу не являются реальными, будучи лишь иллюзиями, с которыми сталкиваются те, кто становится их жертвой. Согласно второму Мизукаге, гендзуцу подпадает под широкую категорию стихии Баба Раги. Бабы Раи?
Спасибо большое за донат. Очень полезная информация, в принципе. Она мне в жизни поможет, я уверен. Когда меня будут бить на улице, если вдруг такое будет, я им это расскажу, может, от меня отстанут. Недотральный СС. А еще на челлендже. У тебя 20-30 минут. А ты уснул, скажи что-нибудь доброе. Благодарю, добрый друг. Колян! Спасибо за 200. Доброе. Не усни, пожалуйста. Не усни, я постараюсь побыстрее встать. Оформить рампагу, но я не могу обещать, опять же, потому что не все так просто в этой жизни. Скорее тебя отпиздят. Ну, я тоже так думаю, что если я начну им это лечить, в принципе, то... Я думаю, будет только хуже. Крип, пожалуйста. Спасибо. Так, руны нигде нету. Надо, наверное, взять стиканы. Короче, до рампаги, блин, мне надо где-то высрать 12 косарей золота, ребят. Где взять 12 косарей золота по-быстренькому, чтобы не затягивать? То есть для этого мне надо сноуболить. Для этого мне надо бегать и драться. То есть пока я не могу, мне нужен хотя бы доминатор. Ух, сколько критов все это. Главное, чтобы они на героев также срабатывали. Ну, потому так. Что на крипов это хорошо, но на героев лучше. ДД, плиз. Иллюзии, плохо. Так бы сейчас пошел, кто это убил. Хотя, в принципе, в этой игре у меня и так есть уже фора. Инвокер не умер сразу, поэтому я его убил на ФБ. У меня фора в бабках. Я имею больше бабок, чем я должен иметь в этой игре. Вот, поэтому я должен воспользоваться и пойти сейчас всех нагибать. Вот, блин, Квапу. Кстати, у меня такое ощущение, что папа, она без этого качается, без даггера своего. Потому что она мне ни одного даггера не кинула за весь месяц. Кстати, у нее. Ой. Убегайте. Вот это я насобирал орехов. Орехов насобирал очень много. Сука. Сейчас буду пытаться убивать Квапу, ребят. Смотрите, чтобы убить мне сейчас Квапу, мне надо два крита. Мне нужен крит даггера и крит с руки. Как вы думаете, есть ли у меня шанс? Я думаю, есть. Спасибо. В принципе, сейчас на крипов зато пойдут. Сейчас всех крипов зафармлю. О! А может крит сейчас? Сейчас спасибо. Так, в принципе, можно миссы эти не качать пока что. Дзюцу. Умение. Используемое шиноби в битвах. Для использования техники необходима особая сила шиноби чакра, для активации которой обычно используют ручные печати. Они базируются на 12 животных китайского гороскопа. Ой, это я знаю. Были созданы это я знаю. Различных техник, я смотрел Джеки Чана в детстве, вот и байк. И там были 12 талисманов, по-моему. Вот это был хороший мультик, прям вообще бомбовый. Там еще дед был какой-то больной, который всегда леща давал. Вообще хороший мультик. Кстати, все, после стрима пойду Джеки Чана смотреть. Понял, чем займусь. Очень хороший мультик, ребят. Прям вспомнил, всем советую. Приключения Джеки Чана. Так и называется. 12 тысяч золотая зи. Я под пивок легко придумал и решил, как заработать. Даваться удачи. Жду рампаги. Спасибо, Колян. Спасибо. Все, фантом улетать, теперь мне ебать будет. Да, Воркутай, он там что-то базарил. Надо, кстати, я придумал. Поставлю на донат в PayPal мужика с Джеки Чана. Когда он вот это колдовал. Воркутай, Джибудай. Вот, это нормальная тема. Так у меня сейчас стоит Раста, а надо поставить этого деда, потому что он заряжает очень как плотно. Как думаешь, ты бы выиграл Миту Меркла, если бы он катал за минера? И вообще, я думаю, все-таки, может быть, осилил бы, если повезло бы. Спасибо за донат. Но если только на минере, тогда может быть. Может быть бы развалил. Но не факт. Так, ну у меня на миде, короче, Bounty Hunter стоит. Вот, вот так вот и байки рождаются. Я вспомнил про это заклинание деда, и я его поставлю на донат, потому что очень сильно. Так, подожди, БХ все-таки там. Короче, пошли драться. Че я как лузер? Стою, боюсь. Алло, иди сюда. Мирана, ты давай. Плотную стрелой попала, и хорошо.
Блин, ну мне еще в этой игре, чтобы сделать рампагу, мне нужен гем. Потому что без гема я не увижу Баунти Хантера. Там сейчас снесет нахуй. Вообще мне БФ нужен, потому что там есть лансер. Ребят, нужна помощь нанизу, блядь. Они сейчас снесут к хуям все. Ничего страшного, ну пусть сносят, тебе что, жалко? Да, вообще-то, блядь, фантом фармится, он потом тебя ебать будет. Стрель, походу я скоро твой любимчик буду. Колян, спасибо за соточку. Походу ты завтра проснешься и поймешь, что у тебя на кошельке нет бабок. Мне кажется, вот так это будет именно. И напишешь мне, скажешь, Стрей, слышишь? Как бы это. Ну ты понял. О, Воркутай пишет. Джеки Чан. Джеки Чан. Но Джейд, его племянница Пиджи, 134. Да не, племянница, она больная на голову. Расление малолетних. Наркоты воркуты, но тинька, кутенька, наркоты воркуты. Ой, ой, телега, телега, телега. Всегда спасет в любой ситуации телега. Ничего себе, в смысле, ты как это делаешь? Спасибо большое за донат, хороший мультик. Вот, а телега меня снова спасла, ребят. На этом стриме, когда я играю на фантомке, телега это лучший тиммейт. Так, базу мы сломаем. А, уже сломали. Пойду персу куплю. Все-таки решил я БФ делать, потому что там лансер. Лансер это бо. Бо. Вот, поэтому делаем. И надо еще на ТП-шку накопить, а пока что телега идет фармить, ребят. Телега на фармы едет. Сейчас будем фармить. Так, вот этого крипа надо ластхитить обязательно. Так, следующий. У легионки забрать. Не, ну легионки не заберешь, там много демиджа. Так, на топе Queen of Pain, пойду туда. Она там стопудов будет до конца. Меня там башня накаляет. Башня мне чуть лицо не разбила. Сука. Утонул вот все-таки. Не вообще без прокаста, оба, блядь. Не считай чужой бабула. Это плохое дело. И в жизни тоже. Это реальное мнение людей, были довольно уважаемых. Так и есть, Колян. Спасибо. Спасибо за донат. Это правильно. Так, ну у меня скоро БФчик будет. И уже можно идти разваливать. С БФчиком уже не шутки. Правда, квапа куда-то исчезла. Башня просто... Ой, башня. Катапульта, где моя? Кто катапульту убил? Короче, крысы убили. Кстати, ребят, только здесь вы можете увидеть инвокера с аркан. Подожди, ты, видимо, не знаешь, с кем ты связался, дурак. Крита бы одного, но нет. Ну, ничего страшного. Стрель, как думаешь, я в топ гонтеров на каком месте? Навскидку. Навскидку? Блин, даже не знаю. Но в топ-50, я думаю, есть. Ну это так, навскидку, опять же, топ-50 примерно. Где-то там. Блин, мне надо кого-то убить. Например, Квапа Вальштром идет, мужик. Вообще, мне и башер нужен. Короче, надо быстрее фармить артефакты, потому что очень все долго. Надо пойти он к вапе. Блин, там лансер с диффузами. Лансер с диффузами, ничего себе. Что мне с ним делать? Ой, хорошая собака. Это себе надо забрать. Подожди, а почему у меня кнопка Q не работает? Я понял. Не поставил сейчас. Как раз выяснилась проблема. Небольшая. Управление. Следовать не M, а Q, потому что Q она ближе находится. M неудобно. Так, здесь, ребята, все. Лансер. Лансер вот здесь, ребята. Гоу лансера убьем.
Сокозника настоящий. Есть информация? Нет, лучше уходить отсюда. ДД, может? Ой, блядь. Правда, у меня, блин, третий скилл. Я так без денег останусь. Хули ты такой годный. Что донатить не жалко. Заебал. Хватит заставлять меня донатить. Я заставляю? Да ладно. Тумбиаст, бабы раги, бабы раги. Спасибо, братиш, за донат. Я ж не заставляю, чёрт. Сейчас подумаю, стрей, бабки помогает. Я заебись, я пролетел. Крипнуть, чтобы Рошана убить. Так, хорошо. Все равно медленно бабос капает. Голдрака в миде, может это именно рампага? Нет, уже нет. Го-го-го-го! Так, главное туда не прыгнуть. Рано. И криты. И криты пошли. Вижу уже три крита. Вот сейчас крит. Вот сейчас крит. Собака на перехват идет. И захватываем территорию. Короче, ушел инвокер. Собака грызть. Собака уйти. Так, собака за мной. Крит бы. Тихо, уйди. А то сейчас банка подъедет. А я думаю точно 21.30 тут донатер. Скажи что-нибудь интересное. Я понял, ты стал, но все равно работа и есть King работа. Кофе, погнали, интересные темы. Самая интересная страна, в которой ты был. Уходи, Марта, уходи. Я ухожу. Собака. Зачем ты сразу не заработал? Блин, сейчас подожди, Колян, секунду, тут война, тут война. Странно. Спасибо за донат, Колян. Самая интересная страна, в какой я был, наверное, Испания. Стрейт. А лучший в солнечной системе в скобочках попечь. Говорит, без топора не фармить. Кого мне слушать? Слушай, конечно же, папаню. Всегда слушай папаню, он всегда прав. Так, собаку вылечить надо. Ну-ка, может крит? Может крит? Может крит? Я все-таки без топора фармлю. Действительно. Может крит? Спасибо. Так. Ну вот эту давай. Блин, ну лансер, конечно, мне вообще не нравится. Не люблю играть против лансера, особенно против такого, который покупает себе вообще много пустой артефактов. Критов на БХ не выпадает. Вот. Ой-о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 й
что-то такое быстро идет. Подожди, а ты дерзкий. То есть он быстрый, а ты дерзкий. Что с тобой? Понял. Собака. Ребят, пес всегда как бы выручает. Лучший тиммейт это собака. Блин, собака, уводи меня. Собака. Блин, еще инвокер замедляется, чара. Собака. Акс. Блин, надо было Брэдсворд покупать, а не пытаться выжить. Ну ладно. В любом случае, поплатится Фантом Лансер за это. Ну, плотно он ко мне пристал. Просто вот пристал этот Лансер и бежит за мной. Инвокер рядом был. Блин, надо банку продавать, брать сейчас Брэдсворд, и все будет хорошо. А, у меня же 17 стиков было, лол, я забыл. Это уже все, значит. Это уже значит, что поплыл. Вот про стики забыл, это сильно. 17 стиков, согласен. Сейчас вообще, ну, лошара. Просто лошара. Что еще сказать? Забыл про стики, я просто про них забыл. Он не уйдет, он под достами. Стики. Ну вы чё, блядь? А у меня тени есть в команде, классно. Ну ничего страшного. Всякое бывает. Сейчас купим Брэдсворд. Пойдем. Че и тени отъедет, нахуй.
Стан под себя я назад. Я еще ПТ переключил на базе, пока ты пехался. Ужас. Пойду пешком, как раз башня всю пачку зафармит, и я ничего не пофармлю. Да нет, этот лансер на самом деле он мне нервы потрепит, потому что я понял, что он такой. Он как пристал, так он вообще не отстанет никогда в жизни. Вот сейчас БФ купил, буду с ним драться. Собака, идем со мной. Все, гол драка в миде, ребят. Гол подеремся, нужен Акс с прыжком. Акс, прыгнешь, сагришь, а я с Battle Fury всех убью. Давай, а? О, хорошо. Ну, просто туда прыгать, что-то вообще не айс. Хорошо, один есть. Акс. Мужик. Не мужик. Дабл килл. Дальше, дальше. Может еще крит? О, сдался. Блин, мне рано забрала. Ну не надо. Хорошо. Ты ебучая каска, блядь. Блин, собаку не убивайте. Взяли, убили собаку. Тут, ладно, собаки нет, будет телега. Как бы всегда есть план Б. Крит нужен. Нужен флибанка. Одно из двух. Несите. Так, короче, мне надо сделать башер какой-то. Просто они все от меня крит. Стой, пожалуйста. Прошу тебя, постой. Короче, на. Так, и валить надо отсюда, потому что лансер уже воскрес, сейчас опять чардж на меня возьмет, он же из тех, что вообще не отстаю. Ухуевшая. Да не, это лансер скорее. Короче, стики нажму, чтоб потом отмаз был, типа стиков нету, все дела. О, подождите, ладно, буду с телегой. Собака для лохов, телега для мужиков. Блин, что бы мне купить? Сделаю ТП, ПТ переключать не буду больше. Пусть телега тут. Даже телепорт свободно сделать не дают. Вечно за мной кто-то следит по карте. Вообще, я больше хочу купить сатаник сейчас, потому что с сатаником я стану практически неуязвимым. У меня будет большое количество ХП, плюс возможность подрубить. Вампиризм. Учитывая, что у меня есть БФ и 16 левел теперь, я смогу всех убить. Поэтому второй БФ смысла делать нету. Мне нужен Аджор. Потому что если я хочу сделать рампагу, мне надо Аджора чуть-чуть, чтобы жить в драке. Не, урок дал нахрен, прокаст и все. Все, лансер готов. То есть одного БФа, по-моему, достаточно. Посмотрите, что случилось с иллюзиями лансера и вообще с самим лансером. То есть вот я его ударил. Да, согласен, у меня был крит, но все равно. Как бы больно ему иллюзиям. А у лансера не скоро появятся какие-нибудь там, я не знаю, его приколюшки, типа Тараса, Кскади. Поэтому все норм. Так, где папа? Папы нет. Ушла. Хочу девушку. Сипматную. Умную. Так. Самое главное умную. Желательно из Самары. Я даже боюсь свой номер писать. Стрей. Походу челлендж на 1000 рублей пропал. С чего ты взял? Я только... Подожди, челлендж пропал. Я только начал, ты видишь? Дабл килл. По-моему, на этом все, да? Спасибо за донат, девушку это правильно. Блин, по-моему, я умру сейчас. Быстрее скупиться. Мирана ульт, может быть выживу, на мне трек, не выживу, сорян. О, Старфол дай, не драться. Где настоящий вообще? Домой, детишки. Как я? Хорош. По-моему, кто-то лайк заслужил, блядь. Это вообще хорош. Может быть ДД? Я еще этого пидора застанил, кстати. ДД можно? Лиз. Ты бы это уходил? Да-да. О, БХ, смотри, сзади. А, привет. Привет, пока. Ну что, ребят, по сути, остался один башер, и мы готовы идти делать рампаги.
ультракилы и так далее. Так, осталось собрать дизоль. Так. Все, жавелин есть. Я пошел рампагу делать. Пора челлендж выполнить. Так, кто тут есть? Лансер, да? Ну, Лансер, блин, тяжелый персонаж. У него доппельгангер есть, он уйдет. Нужен какой-то башер, чтобы убить Лансера. Дай квапу тоже, в принципе. Блин. Есть фантом. Ну, иди сюда, дед. Это иди сюда. Это копии. Это копии. Нет, это настоящий. Не, ну криты на крипов вообще замечательно идут. Ребят, гоу по низу, в пятером. По низу надо, по низу. БХ рядом. Стрит. Походу я в чате заебал всех. Так, извини за выражение. А можно мне сапчат? Чтобы свои видеть сообщения, только и твои. ХДДДДД. Смешно. Ржем. Давай рампагу. Челлендж 100 рублей. Изи вообще. Просто изейший челлендж. Спасибо, Колян, за донат. Не знаю, кстати, вообще в этой игре будет рампага или нет. Что-то мне подсказывает, что будет. Алло, а бить я буду? Шайзер? Смотри, смотри, смотри. Чё, по-немецки базарит? Блин. Я думал, сейчас убью. Блин, что-то рампаги не было, да? О, привет, рампага. Трипл килл. Двух пацанов не хватает. Нужно иди два сюда, пассажира с байбеками. Так, ну стики мне уже не нужны. То есть у меня уже задача простая. Задача сделать рэмпейдж. То есть для этой задачи мне нужно что? Мне нужен еще талисман of evasion. Один. А желательно два. А вот один и есть уже. Сейчас мы его принесем. В принципе, по дэмэджу у меня все хорошо. Две соточки есть, учитывая крит там косарь с копейками. Здравствуй, ВД, иди сюда. Крит бы один. Или удар один, что-нибудь. Сорян, не получается. Да не, что-то я не могу осознать. Витя из Риги, я псрю, Витя из Риги. Мол, Геральт. Спасибо за качественный контент. Люблю твои встречанские, одно удовольствие. Особенно под пивас. Привет тебе из Латвии. Спасибо большое за донат. Из Риги, из Ривии. Спасибо большое. Куда бы ходился? Не надо. Ну они мне просто не дают бить, алло. Просто эти банки летают, без БКБ, по-моему, нереально вообще что-то Магия сделать. А я БКБ покупать не продвинутая хочу. Продвинутая форма Шаринган, которую смогли пробудить редкие представители Ушей. Сейчас крикнет на сторону. Этот Уцо характеризовано как глаза небес, что так, беспрепятственно видит истину всех творений. Мангекиоу Шаринган. Кому? Вспух. О! Спасибо за донат. Так, оно.
стрел. Я набираю обороты в чате. Глянь-ча, походу свои фанаты уже зачелленч. Блин, я думаю, ты скажешь что-нибудь нормальное. Будь красноречив и уважителен к своим добрым людям. Можно сказать фанатам, ты реально хорош стрел. Сюда, бля, не убил. Ебать, табнулся, косарь увидел. Колян! Спасибо большое за косарик, я всегда уважительно отношусь. Вообще, ко всем я отношусь уважительно, считаю, что все, как бы, равны и, не знаю, всегда относился уважительно ко всем людям. Ну, кроме тех, которые ко мне относятся неуважительно и, как бы, этого не скрывают и просто нагло себя ведут. К таким я отношусь неуважительно, а так, как бы... Зумути челлендж на рампах. Хотя даже не сегодня обратный слэш. Спасибо, Колян, большое за донаты. Хотя рампагу я не сделал, но у меня, знаешь, как бывает. Вот нету челленджей, рампаги могут быть в каждой игре. Только челлендж на рампагу, и сразу же я начинаю обсираться и не делаю никаких рампаг вообще, в принципе. То есть челленджа нету, рампаги идут. Челлендж есть, рампаг нету. Поэтому я, в принципе, не удивляюсь, это нормально все. Огромное спасибо, Колян, тебе за такие щедрые донаты сегодня. Дай Всем бог спасибо. Тебе здоровья и вообще огромное тебе спасибо. Нон-стоп с даггера баш клопу. Да, вот клопе в этом плане не повезло, потому что каждый даггер, это в нее заходил баш. Короче, попытался я сделать рампагу, но, блин, вот против такого пика, особенно тут даже дело не в пике, дело в одном персонаже. Вич-доктор. Вот просто его банка, его печать, третий скилл. И, в принципе, ты ничего не можешь делать. Да, еще был инвокер с бластом, тоже неприятно, потому что в тебя заезжает бласт, и ты не можешь бить, но... Это уже такое. То есть, вот из-за чего я умирал тупо из-за Вич-доктора. Ну, я один раз умер из-за него, но все равно. То есть, я не мог сделать рампагу, просто мешал Вич-доктор. Очень тяжело против него бороться. Стрей. 1000 рублей за челлендж мой. Так. Я думаю, ты его выполнишь. В какой-нибудь катке. Ты же его выполнишь. Естественно. Я дал 1000 рублей. С тебя челлендж. Естественно, Колян. Естественно, выполню. В какой-нибудь игре, в какой захочешь, в принципе. Буду стараться, по крайней мере, потому что челлендж-то это дело такое. Я могу его хотеть выполнить, но не всегда это зависит от меня. Потому что бывают такие пики, такие игры, что вроде ты челлендж хочешь выполнить, а у тебя база на 20-й минуте упала. Поэтому...